розетка с голосовым управлением. Сегодня знакомимся с умной розеткой Илария Smart Socket и UVDE Wi-Fi. По комплектации все просто. Сама розетка, документация и больше ничего. Теперь к устройству. Это умная розетка с двумя выходами. Корпус пластиковый, есть физическая клавиша включения сбоку. В нее же встроен световой индикатор. Обратите внимание, что розетки расположены горизонтально, поэтому умная розетка может перекрывать обычные розетки, расположенные рядом. Умная розетка вставляется в обычную и управляет подключенными устройствами дистанционно. Для этого в розетку встроен модуль Wi-Fi. А еще она отслеживает энергопотребление. При активной нагрузке до 3,5 кВт эта розетка выдержит два электрических чайника по 1,7 литра каждый. Причем подключенные устройства можно отключать и включать независимо друг от друга. Вы можете настроить автоматическое включение розетки через мобильное приложение для iOS и Android. Таким образом, можно задать время включения обогревателя, телевизора и прочей техники для экономии энергии. Кроме того, умная розетка совместима с голосовым помощником Алиса, Маруся и ассистентом Google. С помощью умной колонки или смартфона можно отдать команду включить тот или иной прибор. Подытожим. С умной розеткой легко отслеживать энергопотребление подключенных устройств и автоматизировать их работу для экономии энергии. Например, разрешить водонагревателю включаться только утром и вечером. Причем благодаря Wi-Fi ваши домашние приборы будут под контролем из любой точки мира.